Девушки, всем-всем большой привет! С вами Катя. Сегодня в видео я хотела бы с вами немножко поболтать, показать три своих любимчика этой осени, показать, чем я занимаюсь. Давайте начнем, если вам интересно. Купила я себе вот такую вот пряжу, чтобы связать себе, любимому человеку, мочалки-виходки. Мне очень нравится вязать именно из такой вот пряжи. Себе я буду вязать из такого вот красивого светло-фиолетового оттенка и из цвета фукси. В идеале на видео он смотрится не таким насыщенным и ярким, фиолетовый передается точно-точно такой же, а вот этот цвет более насыщенный в реале. Любимому буду вязать из такой вот голубой красивой пряжи, точнее ему вязать я уже начала, и это какая-то мочалка-гигант. Девчонки, она получается у меня очень-очень большая. Я не буду сейчас показывать, как вывязывать эти петельки. Я думаю, кто занимается этим, те знают. На ютубе есть такие видео. Если вам интересно, то посмотрите там. Вот эти вот петельки. Мне нравится пользоваться именно такими мочалками. Я люблю, когда мою кожу массируют хорошо, так растирают, они гладят, как вот эти вот вискозные мочалки легкие, которые продаются в магазинах. Поэтому я выбираю для себя такой вариант. И сама их вяжу, сама выбираю себе цвет, расцветку. В общем, мне все нравится. И покажу вам три косметических продукта, которые мне очень нравятся этой осенью. Это вот такой вот гель для душа Jardin du Mont. Это у нас калифорнийский миндаль. Девчонки, пахнет просто потрясно. Если вы когда-нибудь пробовали тортики миндальные в Икее, Фэмили, этот вот их ресторан, то вот аромат примерно такой же, только более насыщенный. Текстура у геля для душа очень кремовая, нравится цвет этого геля для душа. От аромата просто в восторге. Мне нравится, что эти гели для душа быстро заканчиваются, не надоедает аромат, все-все нравится, супер-супер. Следующий продукт, это просто вообще моя любовь, наверное, это натуральное масло для лица, кокос. Позволь себе натурально, он идет вот с таким дозатором. Состав у него очень богатый, это масло макадамии, масло авокадо, масло жожоба, масло зародышей пшеницы, сладкого миндаля. Сладкоминдальное масло, кунжутное масло, кокосовое масло. Способ применения равномерно нанести на кожу лица и шеи. Подходит для ежедневного использования. Храню его в холодильнике. Текстура у него, конечно, жидковатая, как вы можете видеть. Я не думаю, что оно нанесет мне какой-то вред. Очень мне нравится. Пользуюсь вечером, на ночь. Кожа просто вообще преображается, она становится такая мягкая, такая нежная. Впитывается масло хорошо, моментально аромат у него легкий, нежный, деликатный. Вообще просто суперское средство, бутылька у него стеклянная, тоже очень-очень понравилась. Вот эта печать мне понравилась, вообще просто суперский такой дизайн. Увидела его, стояла, ну знаете, там так запрятано аккуратно, цена была около 300 рублей, ну в общем очень мне понравилось, я не знаю, действительно ли там полностью натуральный состав, очень хочется верить, но по ощущениям я вообще просто от него балдею. И последний продукт из трех, это вот такое вот мыло, крем для рук, смягчающее. Здесь у нас органический экстракт белой сосны, лесной жасмин, зеленый чай. Натуру Сибирику люблю именно вот в таких вот жидких мылах, скрабах для тела. Дозатор помпа 500 мл, богатый, красивый такой цвет, фиолетово-баклажановый, безумно-безумно нравится. По аромату очень приятный, вообще жидкое мыло люблю, кожу рук не сушит, супер-суперское средство. И последнее, что хотела показать, это буду вот вести такой дневник питания. Взяла у нас на работе парочку штучек себе, давно уже он у меня лежит, наверное, неделю, все, я никак не могу себе заставить, но все-таки решила начать. Здесь есть, мы оценим риск здоровья, заполняем правильно дневник, как пишут вот здесь, например, при выполнении этих расходов 150 килокалорий. Мытье машины 45-60 минут нужно производить, чтобы потратить 150 килокалорий. Это, конечно, вообще трэш. Прыжки со скакалки 15 минут. Я на скакалке на своей прыгаю минуту.
Да, по-моему, я ничего там не сжигаю. В общем-то, такая вот система. Здесь пишется дата, время, количество, состав пищи, килокалории, жиры, с кем и зачем я ем. Все перекусы и итоги считаем. В общем-то, здесь примерно на неделю в конце этого дневничка есть примерно средняя калорийность продуктов. Причем здесь есть и молочные продукты, и орехи, и майонез, и кофе, есть даже Макдак. В общем-то, рыба, все есть фрукты. Я, в общем, так прикинула. В принципе, мне кажется, очень так интересно будет попробовать. Я сначала, вот говорю, его забросила, неделю он у меня валялся. Все-таки я решила взять себя в руки и попробовать. Здесь есть соки, даже алкогольные продукты. В общем, при правильном питании, конечно, алкоголь противопоказан. Есть сладости. В общем, мне очень, конечно, понравилась вот эта вот идея. Так что буду, девчонки, пробовать. Вот такое вот получилось мое видео. Спасибо вам большое за просмотр. Рада была видеть вас на своем канале. Всем-всем пока-пока.